Міжнародний магніт для висококласних спеціалістів, нові та сучасні житлові квартали із соціальною, транспортною та критичною інфраструктурами. Такий науковий квартал в найближчі роки має з'явитися на Салківці. Харківські архітектори кажуть, це має бути революційний район для Харкова. Втілюватимуть його в життя з командою лорда Нормана Фостера. Научный квартал – это проект, который будет сделан совместно с фондом Фостера. И на встрече в Женеве он показал свои наработки, показал свои мысли, рассказал о тех инновациях, которые там будут. И это совершенно новый подход, как философия жизни человека. То есть, собственно, то, чего мы ждали от Фостера, то есть мы ждали от него не детального проекта, а мы ждали вот чего-то совершенно нового, которое перевернет восприятие о том, как должен жить, отдыхать и работать человек. Это просто новая концепция, которой не было во всем мире. И вот нам это может дать Фостер, и эти наброски, которые он показывал, и то, как он о ней говорил, конечно, это и впечатляет, и заряжает. И вот эта локация – это место бывшего рынка Барабашова. За задумом архітекторів, у цьому районі будуть створені нові житлові мікрорайони з абсолютно новим типом житлових багатоквартирних будинків. Планують облаштувати нові парки з виходами до річок. А всередині житлових кварталів висадять сади. Це буде новий мікрорайон майбутнього. Своєрідне місто в місті, де можна комфортно жити і працювати. А все необхідне буде в пішій доступності. Попередньо науковий квартал займатиме 140 гектарів. Насколько я понимаю, на площадке Барабашова будет, собственно говоря, все построено заново. Сейчас только готовится концепция. После того, как будет готова концепция, она согласуется с харьковчанами. После этого нужно будет внести изменения в генплан. То есть, ну, я сейчас не говорю про то, что идет война, но на самом деле это не год-два. Но в любом случае важно начать, чтобы там, через 5 лет, через 10 лет мы получили совершенно обновленный Харьков. Опять же, уверен, что вот у того проекта, о котором мы сейчас говорим, наверняка будут какие-то стадии. То есть сначала будет, например, создаваться жилье, потом будут создаваться парки. То есть я думаю, что не обязательно это, ну, кстати, будет перерезана ленточка, после того, как будет сделано абсолютно все. Наверняка это будет какая-то очередность, и уже можно будет этим пользоваться, жить и получать удовольствие, а что-то будет еще доделываться или досаживаться, достраиваться. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Євген Клочко та Олексій Муравйов. Харків новини.